Всем привет! Давненько меня не было, и вот наконец выходит видео. Сегодня, так как мы дома, мы будем пробовать фишки топ-статиков. Всякие интересные связки, приколюхи. Не буду затягивать, сразу же просто берем апперкотик, прописываем. Раз, два, три. Не, вот чего апперкот был переделан, а вот прям так резко. Сейчас телефон, блядь, не уебать. Раз, два, три. И? Уебал. И сегодня помогать мне будет вот эта вот хаджибумбовская ромашечка. Рома Хаджимба, любитель фишек. И первая фишка. Ща. Здравствуйте. О, привет! Я тебе сейчас шуку дам. Где я тебе сказал, что она понравится, смотри. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them into freeze. When these people... Хорошая. Это очень креативно, очень офигенно. Let's go! Первая попытка. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Не считается. Это нормальная фишка, я вам скажу. Так, вот так, да? Ага. Гоню. Да, гоню. Always go hard with this girl. Все. Что за... Ладно, давай делай две попытки. Welcome to the show, let's make moves. Плечо повело, палец соскользнул, кисть соскользнул. Ой, короче, тысяча отмазок. Нет. Да. Вторая. Let's go, 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 let's go. Шалет, но утром опасно, тебе скажу. Полетел. Let's go. Ясно. Улетел. Вообще-то хорошо бы поплакать. И уместно плакать. Сейчас. Давай. Следующая попытка. Я пересмотрел, как он делает. Там чуть-чуть сначала через бок идет, потом разворотик горизонт. Сейчас попробуем. Забытый тобой, убитый собой. Мои чувства потерянные прочь. Думала нас и писала о любви, но что такое любовь? Да, чтобы зафиксировать! Ясно? Так, ну шо, хорошо! Так и стой! Да ёб твою канатку! Как это сложно-то, ошалеть! Выпей коктейльчик. Да, коктейльчик надо выпить тут. Банан, немного протеина, два яйца. Для того, чтобы восполнять затраченную на тренировки энергию, быть более продуктивным, тренироваться дольше. Короче, реклама бананов и яиц. Бомбрика. Пятая попытка! Давай! И раз. Разворот. Опускайся медленно. Короче, фишку мельника мы проваливаем. Можно сказать, 1-0 не в нашу пользу. Я ее сделаю отдельно и выложу в Телеграм. В Телеграм я постоянно выкладываю, как я тренирую в особенности статику. Кому интересно статика, переходите по ссылке. Когда сделаю, выложу туда. А сейчас переходим к следующей фишке. Ну что, Рома? Свет, ты думаешь, вот это была сложная фишка? Я думаю, да. Мы сейчас идем по хардкору, потому что следующая фишка выглядит вот так. Закрытом поводе. Я не знаю, как я это сделаю. Это жестко. Ну, попробуй, стоит. Погнали. Давай сразу же. Перегорел. Почти. Не, давай, пропускай эту фишку. Давай, чисто я ее пробую. Давай, чисто ты ее пробуешь, я не смогу это сделать. А прикиньте, вот эту фишку я считаю в раза 2-3 сложнее. И вот прошлое не получилось, прикиньте, это получится. Вот это будет юморочек такой неплохой. Оооо! Сейчас, вырубай пока. Вырубай.
А вы слышали что-нибудь о лечебных грибах? Лично я услышал о них пару лет назад и с тех пор жаждал их попробовать. И наконец, я их попробовал. Знакомьтесь, это компания Amanita Club, которая уже 5 лет занимается производством пищевых добавок на основе грибов и экстрактов растений. Эти добавки полезны как обычным людям, так и профессиональным спортсменам для улучшения мозговой активности, дополнительной энергии, мужской силы и быстрого восстановления. Вот вам парочка примеров. Кордицепс вооруженный, обогащает кровь кислородом, повышает выносливость, помогает быстрее восстанавливаться после больших физических нагрузок и имеет широкое противовоспалительное действие. Ежовик гребенчатый оказывает ноотропный эффект, что особенно полезно для тех, кто тренирует статику, улучшает когнитивные функции, налаживает работу нервной системы и положительно влияет на все органы ЖКТ. И это, конечно же, не все полезные добавки. Вы можете приобрести их и получить бесплатную профессиональную консультацию, перейдя по ссылке в описании. А по промокоду РУДОМЕТОВ действует скидка 5%. Взлет. Падение. Жесткая фишка. Для нее надо прям прокачивать стабилизаторы, то есть надо отдельно натренировать такой горизонт, для того, чтобы прям уверенно на нем стоять, и тогда можно отжаться, и фу со мной, тогда уже будет решать силу. То есть сил, я думаю, у меня достаточно для того, чтобы сделать ее. Но эта фишка требует задрачиваний. Попробую чуть более подконтрольно сделать, не торопиться. Ну что-то было, что-то же было. Примерно оно было, только нужно ниже опуститься для того, чтобы пол самолет был ниже. Погнали. Держа! Это жестко! Погнали. Давай, Максон, ты сможешь. Да. Ладно, давайте еще сделаю две попытки. Я максимально постараюсь. Но если не получится, буквально парочку тренировок надо будет провести. И потом, опять же, в Телеграме. Так как Телеграм я активно веду, там я обязательно выложу, как только затащу все эти фишки. Две попытки. Шансы еще есть. Почему меня на левую сторону-то, блядь, несет? Потому что ковер вот этот летает вечно в одну сторону. Ковер самолет какой-то у меня, серьезно. Последняя попытка. Иди нахуй, короче. Следующая фишка. Самых сильных статиков мира. Ну, я в топ-6 войду. Ты будешь делать ноги вровь. А я сделаю ноги вместе. Let's go. Эту фишку обязательно надо сделать. Бери камеру, я сразу ее делаю. Давай, давай. Это оно? Наконец-то! Сделали это! Ну? Дай мне еще одну, еще одну. На. Я сделаю. Я тебе скажу, я могу и три, но не будем силу тратить, оставим их для следующих фишек. А сейчас, Романио, твоя последняя. Ты просил, ты ее получаешь, твой последний шанс. Пошел. Ну-ну-ну!
Ну, хотя бы так. Чуть записывай. И поднять стойку. Почему-то я верю, что у меня получится ее повторить. Мне свело одновременно бок, и вот здесь связку свело прям жестко. Фиксация есть. Ну, хотя бы зафиксировал, но это очень сложно. Так, ну в целом надо зафиксировать всего лишь на одну секунду и поднять стойку. Надеюсь, справимся. Бля. Ну да, ты справился. Бля, это там жестко прям. Бля, да... Посмотрел, как Рамазан упирается. Вот так. Может. Блин. И ноги-то не донес наверх. Блин. Сразу упал. Короче, меняем правила. Если сейчас я зафиксирую хотя бы на 2 секунды, тогда мы одновременно засчитываем и не засчитываем, потому что это уже будет мощно. Три, четыре. Ноги были снизу. А, не знаю, я засчитывал такое или нет. Но было неплохо. Нет, это не мое, это было плохо, это было ужасно. Я не могу сказать, что это было неплохо. Это ребятки, было... ребятки, обязательно ваши комментарии. Плохо было это или хорошо? Я расстроен. Да не расстроен, давай. Ты сможешь. Давай, последняя фишка. Это я должен быть расстроен. Ни хрена не сделал. Последняя фишка. Финальный раунд. И это очень жестко. Это скорее не фишка, это скорее очень сложно. О май гад! I won! I actually won! Очень широкий пул самолета опуститься с прыгой. Не, я не сдаюсь, но я попробую. Закидываемся грибочками. Ошалеть сложно было проглотить 8 штук. Вот, все, погнали. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said, let him cook. Я не понимаю, было, не было. Это было, это был пиздец. Ромчик решил тоже попробовать. Блять. Давай для эпика еще раз сделаем. Еще пошире поставлю. В целом, я доволен. Но, конечно, это не идеально, как я рассчитывал. Я рассчитывал все фишки повторить. Если понравилось видео, ставь лайк. Подписывайся на канал, если еще не подписан. И, надеюсь, скоро увидимся в следующем видосе. А если хочешь увидеться поскорее, то переходи по ссылке в описании и подписывайся на Телеграм. Там контент каждый день. А-а-а. Нифига, нифига, кулачком фига. Сегодня не закончится. Ребятки, я что вам хотел сказать? Этот человек идеальный, гениальный мотиватор. Все будет четко, у меня ни хрена не получилось, но я достаточно сильный статик для самого себя. Это самое главное. Удачи!